Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 739. Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины А и С. Давайте это сделаем. И вот у нас есть треугольник А, то есть прямоугольник Б, С, Д. Соединим вершину А и С отрезком. Вот так вот. И нужно найти площадь треугольника ABC и ACD, если AB равняется 6 сантиметрам, ABC равняется 5 сантиметрам. И нужно найти, давайте напишем, площадь треугольника ABC и площадь треугольника ACD. И из рисунка, который у нас получился, видно, что если мы вот наш прямоугольник разрежем по линии АС, и два получившихся треугольника АБС и СДА наложим друг на друга, то эти треугольники совпадут. То есть треугольник АБС будет равен треугольнику АС. DC. Ну а раз они равны друг другу, то их площади будут равны. То есть площадь одного треугольника будет равняться площади другого треугольника. И чтобы найти площадь треугольника ABC и ADC, нужно найти площадь всего прямоугольника и разделить ее на 2. Потому что весь прямоугольник состоит из вот этих вот двух равных друг другу треугольников. Давайте первым действием мы найдем площадь прямоугольника. Для этого нужно 6 умножить на 5, то есть длину на ширину. Получаем 30. 30 сантиметров квадратных – это площадь прямоугольника ABCD. И вторым действием найдем площадь треугольника ABC и CAD. Для этого нужно 30 разделить на 2. И получаем 15. По 15 сантиметров – это площадь каждого треугольника. Это площадь треугольника ABC и треугольника ADC. Можно записать ответ к задаче. 15 сантиметров квадратных площадь и того и другого треугольника. Выполнили задание 739. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.